Приветствую вас, дорогие кибернатуралисты! Мы продолжаем изучать поведение представителей цифровых джунглей. В этот раз рассмотрим отряд хищников и то, как они приспособились добывать пищу в цифровых джунглях. Посмотрите на шифровальщиков и вайперов. Эти виды подкрадываются незаметно, могут выжидать в засаде несколько месяцев, атакуют быстро и внезапно. Они агрессивны и ненасытны, редко и неохотно отпускают свою жертву. Чтобы привлечь ее, они используют наживку, фальшивые письма от коллег и партнеров, зараженные файлы, выдающие себя за программное обеспечение или документы. Жертва не подозревает об опасности и заглатывает наживку. И хищники идут в атаку. Одни вымогают деньги, чтобы отпустить добычу, вернуть доступ к данным. Другие, чтобы эти данные не увидел весь свет. Однако бывают и такие виды, которые не играют со своей жертвой, а сразу уничтожают файлы. Мы зовем их вайперами. Виды отличаются вероломством. Нет гарантии, что, получив выкуп один раз, хищники не вернутся снова. Может показаться, что ненасытный хищник не набросится на обычного обитателя джунглей, но это не так. Поэтому стоит придерживаться простых правил безопасности. Делать резервные копии важных документов. Быть осторожными с входящими сообщениями, ссылками и вложениями. Избегать подозрительных сайтов. Вовремя обновлять программы, установить защитное решение. Будьте бдительны.